Всем привет! Как я уже говорила, я много работаю по ночам. На самом деле это даже очень эффективно получается. Днем, как правило, много звонков, либо тренировки, либо консультации. Я не могу сосредоточиться и позволить себе делать, скажем так, без перерыва то, что я делаю. Мне приходится постоянно отвлекаться. А ночью все спят. Я могу себе позволить в свое удовольствие посмотреть кино, наплести игрушек или написать статью. Вот и получается, что на сон у меня остается 4, ну, может быть, 5 часов. В принципе, я уже привыкла. Иногда я устраиваю себе день хомяка. То есть я целый день ничего не делаю, просто валяюсь в кровати, сплю, смотрю кино, ну, просто ничего не делаю. Благо, семья меня поддерживает и понимает, почему это так происходит. Я поняла, что я далеко не одна такая. Мы уже собрали несколько человек, которые точно так же, как и я, работают по ночам. И иногда мы болтаем в общем чате, либо в личках. Почему там ночью разговаривается на отвлеченные темы лучше? Не знаю почему. Вчера, например, так уж получилось, что в 10 вечера мы договаривались об аренде полочек, на которых будут выставляться наши товары. Так что, ребята, если вы хотите заниматься любимым делом, то вы найдете и время, и возможности, и единомышленников для того, чтобы свои мечты воплотить в жизнь.